И вот опять гортензия в саду. За ней, конечно, ухаживают. Здесь цветет гранат. Я уже показывала, у меня есть отдельное видео, где я показываю, как цветет гранат. Но это просто вот сегодня я иду мимо, и тоже хочется показать такие красивые яркие цветочки у него. Где поближе показать вот такие цветочки. Много-много бутончиков здесь, и уже цветочков много. Вот такой чудесной гроздью на веточке висят и бутончики, и цветочки. Гранаты вырастают здесь, конечно, я уже говорила и показывала их. Они небольшие, размер у них маленький, но здесь их много. Вот они. А здесь розы. Качаются красиво на ветру. Спокойно. И вот пониже чуть-чуть есть. Посмотрите, какой чудесный букетик. Чудесный. Только раскрываются розочки. И бутончики еще есть. Чудеса. Здесь еще такой огромный букетик. Прям большой совсем. Тоже гортензия. И розовая, и сиреневая, разная. Вот она такая красивая. Шапочки огромные у нее. Цветет везде гортензия. Такие красивые шапочки у нее. Сегодня жарко. Вот такая красота здесь. Огромные, посмотрите, какие большие цветы. Вот такие они, огромные просто. За забором, конечно, к ним не подойдешь, но вот хочу вам показать это все поближе. Вот такой огромный цветок. Просто чудесный, чудесный сад. Здесь возле дома. Вот как красиво колышут они своими цветочками. Настолько тяжелые, крупные цветы, что даже склоняется. Гортензия не стоит, растение вверх, а склоняется. Красивое дерево. Очень красиво цветет. Нежно-розовые такие цветочки. И вот сейчас они дружно-дружно зацвели. Это олеандр. Цветы у него бывают розовые, белые и малиновые. Такое оно красивое. Но запах от этих цветов, он не очень приятный такой. Резкий какой-то, ну, неприятный. Вот такие цветочки близко. Смотрите, я вам показываю. Вот такая красота. Да, действительно, вот сейчас это дерево, именно это дерево, очень красиво смотрится, потому что почти все цветы расцвели. Но вчера я посидела рядом с этим деревом, есть скамеечка,
я вечером посидела на этой скамеечке, и мне было очень плохо. То есть я знаю, что это дерево ядовитое, что цветочки ядовитые. Вот на них даже ни на одном цветочке я не вижу пчел. Пчелки даже не прилетают. Они, наверное, чувствуют, что это ядовитое растение. Нет пчел вообще. Но красивое. И вот вчера у меня кружилась вечером голова. Но я думаю, только от этого. У меня голова никогда не кружилась. Вообще никогда. А здесь вот такая история. Вот и расцвела прекрасная гортензия. Здесь ее целые сады. Вот такая она вся красивая, розовая. Красивый сад, огромный сад. Вот сейчас я ее показываю всю. Возле подъезда это. И здесь такие огромные есть шапки. Гортензия, вот смотрите, какая красивая. Вот она. Здесь редкость, но есть чистотел. Здесь очень редко можно встретить чистотел. Наверное, его все-таки посадили возле дома. И с геранью вместе. Но букет неимоверной красоты. Букет очень красивый. Красивые цветы. В этом году очень сильная мушмула. И очень много на дереве. И она вот уже спеет. Кисточки огромные. Ее много. Я сегодня на рынке уже купила попробовать. Сколько лет здесь живу. Но мушмулу еще не пробовала. Смотрите, сколько ее. Крупная ягода. У нее крупное зерно. Всем здоровья, добра, радости!